Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Привет, меня зовут Женя. Вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас совсем необычный выпуск. Вот почему. Мы поработаем руками. Мы сегодня будем собирать мебель. Нам прислали садовую мебель, деревянную, дизайнерскую. Ее производят в Твери у нас в России, и это бренд Арига Мебель. Да. Ну что, давай быстрее собирать, уже не терпится. Прорежь еще вот здесь. Ой, это подушки. Какие-то, да, какие-то мягкие штучки. Классно. Это под голову, да? Да, подголовник. Мы нашли инструкцию, у нас в комплекте столик и два кресла. Так пахнет деревом. Смотри, какая красота. Красота. А что это за материал? Это в инструкции написано, что это карельская сосна. Угу. В принципе, я им верю, похоже. Цвет очень красивый, такой шоколадный, не сильно темный, не сильно светлый, прям то, что нужно. Палисандр. Палисандр. На упаковке написано палисандр, вот так выглядит. Палисандр. Мы решили начать сборку со столика, потому что он маленький, и мы как раз разберемся с технологией, что там куда соединять, а потом уже соберем два больших кресла. Поехали? Да. Комплектация столик. Рейка 50 сантиметров, 4 штуки. Рейка 46 сантиметров, 8 штук. Шпилька для волос. Где шпилька? Шпилька это вот это? Что такое шпилька? Шпилька это вот металлическая. А шайба? А шайба это круглая шайба. А где она? Вон там. Да, для мебели все есть, кроме шуруповерта. Все болтики, шпильки, шайбы, все это есть. Гайки и колпаки, вот, если быть точным. А зачем ты гремишь, когда я говорю? Меня же не слышно не будет. Да? По инструкции нужно разложить дощечки вот так вот по схеме и потом их крепить. Женя этим как раз занимается. Сейчас мы попробуем это все собрать. Кажется, что это очень легко. Так, ну со столиком все просто. Мы его разложили. Сейчас возьмем шпильки и уже в заранее проделанное отверстие их загоним. Отверстие и... заранее проделано не нами, а на фабрике. Ну, естественно, да. И загоним шпильки, закрутим болты, и по идее у нас уже столик будет готов. Ты так легко это рассказываешь, давай, я тебе помогу. Нам надо Наверное, так... мы друг другу мешаем. Нет, нам надо делать одновременно. И остались... ножки. И что, одна все? Сюда, одна сюда. Ну, это будет у нас верх. Здесь сейчас мы собрали столешницу к ножкам. Правильно ведь? Не знаю, наверное. Закручиваем. Да мне тоже гаечку тоже закручу. Так, у нас тут остаются... металлические такие штуки. Что с ними потом делать? Это концы шпилек, и мы их просто отрежем болгаркой, когда приедем к родителям на дачу, привезем уже собранный комплект мебели. То есть это собираешь, они для удобства длинные, и потом, когда собираешь, уже отрезаешь и ставишь заглушку. Да, это недолго делается. Черненькие заглушки, которые идут в комплекте, потом ставишь. Это мой болтик, я его сама закручу. Да, болтик, пожалуйста, закручивайте. Так, человечек у нас готов, вот этот вот. Человечек. Теперь, он похож на человечка. Теперь нам нужно серединку. Что, столик готов у нас? Столик готов, да. О, красота. Ну вот эти вот обрежутся, я напоминаю, сюда поставятся заглушки. Вот. Но просто если бы эти шпильки были бы короткие, собирать было бы неудобно. Поэтому они длинные. Да. Ну, чтобы придерживать, чтобы подкрутить все. Ну вот. И сам брус, это же дерево, он тоже может быть там миллиметр поменьше, миллиметр побольше. И шпильку так вот четко не подгонишь. Столик готов. Теперь мы собираем кресло. У нас их два. Поехали.
мы собрали кресло. Вот я не могу сказать, что это было прям очень легко, но тем не менее мы собрали его вдвоем на полу. У нас даже стола здесь не было. Как мне кажется, тебе это показалось не очень легко, потому что ты девочка, а тут относительно нужна сила, чтобы это все соединять. Инструкция доступная, сборка тоже простая для меня. Вот. Я, правда, немножечко вспотел, но просто позанимался физической активностью. Вот. А результат мне очень нравится. Давайте теперь посмотрим, как это будет смотреться вместе со столом. Чай будем наливать? Смертельный номер. Я боюсь. Ну я же собирал, что ты боишься. О, какой кайф. Кайф? Да, мне кажется, посадка для релакса как раз самое то. Представляешь вот так вот ситуацию? Упахалась в огороде, наполивала помидор, настригла все кусты и съела. Очень удобно. Хочу, чтобы ты тоже протестировал кресло. Я? Да. О! А, я еще забыла. Да, там подушечки у нас. Из баньки вышел и сиди. Классно, да? Да. Красота. Присаживайтесь. Могу дать попробовать. В общем, ребята, я довольна. Напомним, что это мебель дизайнерская от бренда Ariga Мебель. У них свое собственное, российское, наше любимое производство, которое находится в Твери, и доставляют они по всей России и, насколько я знаю, еще за рубеж тоже, да. Мебель из натурального дерева, сборка достаточно простая, все в комплекте, все дырочки насверлены, мне понравилось. Мне тоже очень понравилось, это экологичная мебель, она, как Юля сказала, из натурального дерева. Это сосна, значит, она долго проживет, она красиво покрашена и очень удобна. Друзья, ссылку на эту мебель я оставлю в описании к видео и продублирую на всякий случай в комментарии. Обязательно заходите, смотрите, потому что сейчас зима. Я вот, например, люблю все покупать заранее. В дачном сезоне, мне кажется, сейчас обновить мебель прям самое то. Тем более, наверное, и цены поприятнее, чем в горячий сезон. Поэтому рекомендую настоятельно зайти посмотреть, какие классные изделия есть у них на сайте. Надеюсь, вам было интересно смотреть, как мы собираем, потому что обычно вы смотрите, как мы готовим, и сегодня у нас было такое интерактивное видео. Да. Пишите в комментариях, ставьте лайки, и пока! Пока! Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Привет, меня зовут Женя. Вы на моем канале «Сладкий персик», и сегодня у нас будет совсем необычный выпуск. Здесь я должен делать щелчок.